Итак, друзья, начинается мое путешествие. То, что вы так долго ждали и дождались. Ну что, пойдемте, я покажу вам, где мы живем. Убоги, я сейчас сойду с ума. Ну посмотрите, это вообще нормально пережить? Вы сейчас даже не представляете, кого вы увидите. Вы просто себе не представляете. Алло, галочка! Это очень круто, когда ты знаешь, что тебе надо за это платить. И если вы будете брать виллы, то где-то от 15-18 тысяч долларов. Каждая девушка должна иметь какое-то эротичное видео в душе. Сейчас будет. В этом году нужно всем брать фамилию Ермилова. Все. Всем привет, друзья! Ну что, я вернулась в Киев, но выпуск вы сегодня по-прежнему будете смотреть в Бали. И я решила записать это видео, потому что я приехала вообще немножечко перепрошита, и только что мы посмотрели выпуск, который вы сейчас, в общем-то, будете видеть. И я решила, что нужно сделать подводку к этому видео, потому что может со стороны показаться, что это какое-то обычное интервью, и просто я кого-то там нашла на Бали, но это совершенно не так. Во-первых, я могу вам сказать, что все встречи, которые там произошли, а они были еще, и вы это увидите в следующих выпусках, они произошли однозначно не просто так, и происходили все, в общем-то, связаны с такой одной тематикой, с тематикой трансформации личности. И, пожалуй, эта тема сегодня особо меня заботит, и как-то все соединилось. И я хочу, чтобы вы, посмотрев это интервью, очень внимательно, мало того, что услышали, о чем мы говорим, еще взяли и попробовали и сделали, потому что сегодня мы будем говорить о сервисе Evolution, и я хочу, чтобы под этим видео есть специальная ссылочка для вас, я хочу, чтобы вы по этой ссылке перешли, изучили этот сервис, и не потому, что это какой-то сервис, который вам нужно продать абсолютно. Я сама себя, в общем-то, нарекла после нашего знакомства с ребятами, амбассадором этого бренда, потому что это действительно очень классный, уникальный сервис, и, пожалуй, это самое лучшее из всего того, что я видела, с чем я знакомилась. Потому что сегодня мы будем говорить о том, как найти себя, о том, как получить ответы на вопросы, в чем мое предназначение, в чем мои сильные стороны, каким образом, что я могу делать для того, чтобы мой путь был максимально комфортным, чтобы он мне нравился и чтобы у меня все получалось, как сложить свои карты. И благодаря сервису, о котором вы сегодня узнаете, вы сможете мало того, что получить эти карты на руки, вы сможете еще и понять наконец-то, а что с этим делать и как сделать так, чтобы наконец-то ваша жизнь стала на те рельсы, на которые вы хотите. Поэтому смотрите обязательно внимательно, где-то будут мои растерянные глаза, где-то будет мое непонимание, потому что когда мы записывали это интервью, я не до конца понимала о том, что именно это за сервис и что будет происходить. Но после, когда я начала погружаться и изучать, я прониклась к этому большой любовью, большой симпатией, и каждый день читаю, изучаю книгу под названием «Я сама», стараюсь осознанно думать над тем, каким образом я могу проявить действительно те природные таланты и дары, которые мне даны, и я могу вам сказать, это очень круто. Поэтому пересмотрите, пожалуйста, это интервью, возможно, не один раз. Оно занимает время, но оно сделает вас однозначно богаче и откроет вам те возможности, которых раньше, скорее всего, вы не видели. И не забывайте, что по ссылочке внизу вы сможете все изучить. Ну а сейчас я желаю вам приятного просмотра этого интервью. Найдите время, погрузитесь, насладитесь, и через час что-то в вашей жизни уже изменится. Приятного просмотра! Друзья, помните, я вам говорила о том, что отель просто потрясающий. И каждый раз, когда я возвращаюсь в номер, я вижу там подарочки. И в этот раз у меня целых два подарочка, потому что мальчики ко мне пожаловали. Михаил Мартынов, Павел Бондарев, основатели сервиса Evolution. Ребят, ну это самый классный сюрприз на Бали, который мог быть. Вопрос первый, как вы попали на мой балкон? Через дверь. Через дверь. Это отличный вопрос. На самом деле, Бали потрясающее место, потому что здесь мы можем встретиться, наверное, со всеми, да? Да, на этом балконе прямо. И прямо на этом балконе. В общем, ребята, ладно, я очень рада нашей с вами встрече. Взаимно. Нашему знакомству мы уже за кадром успели познакомиться, потому что отель нас отовсюду попросил уйти, и, в общем-то, мы оказались здесь. Самое классное место. Давайте
Начнем с главного, с того, что вы, в общем-то, создали. Что это за проект такой Evolution? О чем это? Давайте расскажем, чтобы все понимали. Evolution – сервис по глубокому анализу талантов и способностей. Вся информация о том, кто мы, хранится в макромолекуле ДНК. И эти данные возможно расшифровать посредством синтеза современных наук и древних систем, таких как генетика, физика, астрономия, астрология, йога и идзин. Проблема самоопределения. Множество людей занимает не свое место в жизни, погружая себя в рутину и испытывая неудовлетворенность от жизни, даже если добиваются материальных целей, идя на компромисс. Сервис «Эволюция» создает персональную генетическую схему на основе глубокого анализа совокупности ваших данных с уникальными, понятными и практичными расшифровками вашей генетической схемы, позволяющей познать себя и играть свою роль. Раскройте в себе гения, активируя свой потенциал. На самом деле, если очень коротко, то мы поняли, как вот устроена, условно говоря, вся вот эта вот большая система, в которой мы живем, общая такая операционная система, да, вот что это вообще система, потому что ну, планеты как-то летают вокруг нас, да, все это как-то движется, не взрывается, не сталкивается. То есть, видимо, у этого есть какие-то принципы. И вот эти вот принципы мы расшифровали, и в результате этой расшифровки есть понимание, то есть какие, условно говоря, какой внутренний потенциал генетически заложен в каждом человеке. И вот мы этим делимся, раскрываем. То есть, по сути, когда люди, и мои подписчики в том числе, постоянно задают мне вопросы, чем мне заняться, как мне стать счастливым, как мне делать то, что мне нравится, и зарабатывать на этом деньги, у меня что-то не получается, по сути, ваш сервис помогает им в этом вопросе. Да, да, именно так. То есть, на самом деле, там можно найти ответы на разные вопросы жизни, основные, то есть, такие как такие сферы широкие, большие блоки, как здоровье, отношения, бизнес, ну или там какая ниша у меня, да, то есть какой бизнес мне открыть, чтобы у меня гарантированно получалось. Или как мне строить отношения таким образом, ну или вообще как мне себя проявлять, чтобы они вообще появились. Ну, звучит для обычных людей практически фантастично. Ну да. Ну да, если не знать базу, но вот смотри, вот эти все устройства, можно ли их назвать фантастикой? Но они работают на том же самом принципе, на котором работает наша система. Вообще, основа этого появилась примерно 5000 лет назад, и императоры использовали некоторую систему, которая описывала всевозможные алгоритмы, как могут происходить события. Все в природе циклично. Там зима, лето, весна, осень. Процессы, которые происходят у нас внутри, дыхание, пищеварение, сердцебиение. Все следует определенным ритмам. И если происходит отклонение от ритма, происходит большая проблема. Вот представляешь, если планета отойдет немножко от своей орбиты относительно для меня, Солнца, это будет глобальная скажу, катастрофа. Да, для меня это вообще вот все, я как бы вот физика, материя, все это, ну, настоящее, что ни на есть космос. Ты занимался созданием этого продукта вообще, да? Mm-hmm. То есть ты отвечаешь за этот продукт. Расскажи немножечко вообще, на чем это все, вот как это все функционирует, основано. Ты сказал мне, что ты 10 лет, в общем-то, собирал все эти знания для того, чтобы в итоге сделать то, что получилось. Я собирал знания для того, чтобы решить просто свои жизненные вопросы. Вопрос отношений, вопрос своей миссии реализации, потому что просто тупо зарабатывать деньги в какой-то момент надоело, когда ты закрываешь какие-то свои уже базовые потребности, потом ты уже путешествуешь, смотришь мир и так далее, но ты понимаешь, что тебе приходится возвращаться и опять заниматься не совсем тем, чем бы ты хотел, но ты не понимаешь, что конкретно тебе делать. А чем ты занимался раньше? О, я занимался разными темами. То есть самый мой первый бизнес, он был еще в детстве, мне тогда было, наверное, лет, может быть, 7. Я сдавал бутылки. Сдал сначала все свои, ну, там, знаешь, там, пепси-колы и так далее. Потом я догадался, что у соседей тоже есть бутылки, и можно сдавать их за комиссию. Вот это был мой первый бизнес. Дальше, поскольку я очень сильно увлекся компьютерами в школе, вот, это привело меня к тому, что я стал очень хорошим программистом. Вот, я сам причем обучился дома, вот, по книгам. И... Это какой год был? Ох, это... Сколько же тогда было? Слушай, ну, примерно это 8 класс. И дальше я работал программистом. Но, ты знаешь, вот работая по найму, я просто осознавал, что вот постоянно сидеть в офисе, особенно когда лето, когда прекрасная погода, оно как-то вот очень сильно подавляет меня. И мне хотелось выбраться из всего этого, и я начал читать кучу всяких книг, знаешь, там по успеху и так далее. И я стал прям таким умным, таким начитанным, но в жизни ничего не поменялось.
Удивительно, да? Да, удивительно. И тут меня посетила гениальная мысль, что, наверное, читать книги недостаточно, наверное, нужно как-то общаться с теми людьми, которые их пишут, как минимум хотя бы, вот, и учиться у них. Так я пошел в всякую тренинговую сферу, но поскольку у меня денег не было, потому что зарплата была 4,5 тысячи рублей в то время, то есть, ну, это... А ты сам из какого, из Москвы или из какого-то? Я из Кемерово, из сибирской глубинки, шахтерский город, пригорода. И, в общем, я понял, что денег у меня нету ходить на тренинги, поэтому я поступил очень мудро, я просто пошел работать в эту сферу. Вот, так, соответственно, во-первых, я там обучился организаторскому ремеслу, во-вторых, я еще и стал проходить тренинги, в-третьих, я еще и стал на этом зарабатывать. Слушай, ну ты очень смекалистый, да? Ты такая, да нет, активная... просто в жизни, ну, в таком минусе была, что я понял, что терять-то мне вообще абсолютно нечего, хуже уже быть не может. Круто. И дальше понеслось. Ну, дальше, да, я просто стал проходить огромное количество тренингов, естественно, там вот эта вся тема, ставишь цели, достигаешь цели, развиваешь разные навыки, и, в общем-то, не сразу, но у меня в процессе начало получаться. Потом я ушел немножко в индустрию клубную, я стал организовывать сначала вечеринки, потом стал организовывать очень крутые музыкальные фестивали, потом я начал торговать фейковой одеждой через интернет, вот, и мужской бижутерией, потом открыл танцевальную школу, потом филиал, вот, потом в какой-то момент мы с одним из моих друзей увлеклись метафизикой, там, знаешь, там, про материальность мысли и так далее, и вот решили материализовать 100 миллионов. Так у нас примерно через 2 месяца появилась инвестиционная компания, там, с очень крутой командой, и один из первых клиентов из списка Forbes, который завел туда капиталы. Обалдеть, что случилось с этой? Случилось то, что я осознал, что, наверное, я вообще ничего о себе не знаю, что если, в принципе, такое возможно, я это могу. Я еще, ну, ты знаешь, я заметил, что, по сути, все мои любые намерения, они реализовывались так или иначе. Я хотел попасть в политику, и меня позвали там в команду мэра. Но я, знаешь, вот что осознал за вот это время, что счастливым я не стал, потому что когда у меня не было денег, я думал о том, что если я заработаю денег, то я стану более счастливым. Я думал, если я буду путешествовать по миру, смотреть разные страны, я буду более счастливым. Если я там куплю себе тачку, если я буду жить в классной квартире, если у меня будут там всякие красивые женщины, я стану счастливым. Я все получал, но счастливым не становился. И вот это самое большое разочарование. И просто в ходе вот этого разочарования я решил, что я вообще просто не хочу больше себе врать, и я выхожу из всех проектов, из всех бизнесов, я рассказываю, у меня же мурашки. И говорю, ты просто решил прыгнуть вот в пропасть, просто вот в никуда, веря в то, что если я перестану заниматься ложным, ну что-то же в мою жизнь придет истинное. И, в общем, я просто выгрузился из всех процессов и отправился в путешествие в одну сторону без обратного билета в Индию. Это культовое место, куда обычно люди едут искать себя. Вот. И дальше просто следующие 5 лет я уже постигал то, чему не учат на тренингах. То есть самые разные течения, учения, практики, монахи, шаманы, церемонии, магии, разные учения, разные знания, которые я просто пропускал через себя. И, собственно, как я придумал себя обеспечивать? Через свой лайфстайл тогда. То есть я понял, что если я не хочу заниматься чем-то, чем мне не по душе, но что меня больше всего зажигает? Развитие, углубление, изучение – вот это область моего интереса. И тогда я просто совместил эти две вещи в тот момент. Я понял, что я буду учиться у всяких крутых мастеров, которых я буду встречать, и всем тем людям, которые интересны, которые не готовы к такому же безумию. Я понял, что я просто могу для таких людей транслировать. Организовал такой клуб с платной подпиской. Еще через несколько лет я увидел, что я очень много всего познал, очень много всего узнал. И вот я там медитирую, вот я там написал книгу, да, вот там ко мне там люди приезжают на остров, и я там организую разные там всякие процессы. Но я по-прежнему четко не знал своего направления, по-прежнему была проблема в отношениях, они были непостоянные. Была проблема такая стихийных финансовых потоков, тоже ничего такого предсказуемого. Просто вот как-то, ну, живешь на какой-то такой грани, и четко не было понимания, ну, куда я все-таки иду в своей жизни. И ты знаешь, самое умное, наверное, что мне пришло тогда, это очередной раз просто сформировать четкое намерение. Вот намерение имеет огромную просто силу, если ты четко можешь сформулировать, ну что ты хочешь. Потому что до этого я хотел быть в поисках, вот я и был в поисках. Когда я уже просто побыл в этих поисках и не нашел,
то я просто сформировал себе три критерия. Я хочу найти какое-то течение, учение, практику, методику, знание, которое будет соответствовать трем критериям. Первое. Это должно мне быть интересно, потому что я столько учений изучил, где-то нужно входить в какую-то аскезу и вот делать то, что ты не хочешь ради там обретения каких-нибудь там способностей. Вот мне захотелось, чтобы вот не надо было себя там заставлять, чтобы было через удовольствие. Ну, вот важный для меня параметр, потому что я настрадался уже. Второй момент. Через это я должен реализовывать свое предназначение, то, зачем я здесь, потому что этот вопрос мучил меня больше всего. Вот два вопроса мучило больше всего. Вопрос отношений и вот вопрос моей миссии. И третий. Это, конечно же, чтобы это обеспечило мне абсолютно всем, что мне только может понадобиться. Все, связи, люди, деньги, свобода, перемещение. Вот абсолютно все только то, что мне может понадобиться в этом материальном или духовном мире. Три просто вот этих важных критерия. И вот эти три важных критерия просто привели меня к тому, что я оказался в гостях у одного из своих друзей, буквально, может быть, там месяц там, или два спустя, и он просто такой мне приносит книжечку, типа, смотри, что я нашел. Вот, смотри, рассказываю мурашки, вот обрати внимание, насколько это такой сильный момент для меня. И это была книга Идзин. Древняя система, на базе которой вот разные императоры принимали ключевые политические решения, ключевые экономические решения. И на базе этой системы созданы все цифровые технологии, которые существует, потому что ну, считается, что все компьютерные программы работают на базе двоичного кода, двоичная система. Сильно грузить не буду, просто кратко скажу. Считается, что создателем этой системы является математик Лейбниц, да, двоичной системы исчисления, но он ее не создавал. Это древняя система, с помощью которой выражались древние символы, 64 гексаграммы, короткие черты и цельные черты. Потом великий психолог Карл Густав Юнг, который одним из первых великих людей, выдвинул такую историю, что у нас есть некие врожденные черты человеческой психики, врожденные архетипы он их называл, это архетипы Юнга. И оказывается, что этот человек 20 лет посвятил изучению вот этого знания, которая просто вот лежала передо мной. На базе нее построено очень много. Восточная медицина, музыка, шахматы, собственно, 64 клетки, половина черных, половина белых, да, вот эта дуальность, которая выражается в символе иньян, нумерология, да, Пифагора, астрологи многие вдохновлялись этими темами, значит, новомодные системы, типа там human design, там генных ключей и так далее, все брали вот оттуда из одного источника. И я изучил просто все это и пошел в саму суть, в само начало, и просто своим простым языком расписал эти архетипы врожденные так, чтобы это было понятно и применимо к нашему времени, и опять же больше такой через предпринимательский язык, потому что почему больше для предпринимателей, хотя на самом деле много вопросов решает там воспитание детей там, и так далее, потому что предприниматели это те люди, которые берут на себя ответственность. Вот, они берут ответственность за себя, за свою семью, за свою компанию. Я считаю, что это максимально те люди, которые могут что-то крутое сделать в этом мире. Слушай, ну очень круто. В чем отличие от дизайна человека? Миш, ну придется сказать уже, ладно. В том, что дизайн человека, астрологии, некоторые другие вещи, они не дают четкого практического указания, что делать прямо сейчас, чтобы повлиять на свою жизнь. Они говорят абстрактные вещи. Наш сервис отличается от всего этого понятностью и конкретными шагами практическими. Вот какую практику тебе делать, чтобы повлиять на свой материальный результат? Как нужно нести информацию и общаться с людьми, чтобы люди тебя слышали и слушали? Да? Ну, то есть, ну, мы, наверное, не угадали же 6 раз здесь, да? То есть это работает в 100% из 100. Ну, вот есть разные. Есть ведическая астрология, есть human design, который современный достаточно. Канадец, по-моему, его сделал. Вот это идзин. Идзин – это китайская традиция. 3000 лет, по-моему, до рождения Христа примерно. То есть, ну, очень, очень высокая точность, и ребята очень круто поработали именно над расшифровками и трактовками. Я прям пользуюсь. Давай сейчас, чтобы было более понятно, да, расскажем все-таки, как человек это может воспользоваться. Потому что вы, в принципе, зашили все в очень понятный продукт, лендинг, сайт, не знаю, когда ты заходишь и можешь сразу это все получить. То есть это вообще дастиш-фантастиш. Давайте расскажем, как это работает, покажем. Да, давай, конечно. Демонстрация – это лучший способ, потому что, ты знаешь, обычно, когда людям начинают рассказывать,
На меня все смотрят как на очень как бы странного человека, который какую-то фигню там рассказывает, знаешь, какие-то гороскопы или там что-то еще. Если со стороны, да, то сейчас в Фейсбуке одна из самых движовых тем, оказывается, я посмотрела тренды, это когда там забей свою фотографию и узнай, кем ты был в прошлой жизни, ну, да, да, там, да, или да, да, да. Узнай, какой принцессой ты была. Ну, бред такой. То есть это же совершенно другая история. Вот, это совершенно другая история, и у нас просто это базируется на сверхсовременных научных открытиях в том числе. Вот. Ты знаешь, что, например, в 2016 году была вручена Нобелевская премия за доказательство того, что, допустим, раньше там называли там хроники Акаши во всяких мистических учениях или в религиях там Святой Дух, что есть такая частица, которую называют нейтрино, она всепроникающая, она, собственно, программирует нас. То есть эта частица раньше считали просто чистым светом, на самом деле она имеет массу. И в 2014 году с помощью этой частицы через стену толщиной 240 метров начали передавать информацию, тестировать. То есть представляешь, вот просто как канал передачи данных. Обалдеть. То есть вообще это очень удивительная штука. Это так мы получаем вот эти архетипы, о которых говорил Юнг. Только мы описали их простым языком. Вот, допустим, смотри, по тебе, да, что сразу можно сказать? На самом деле абсолютно все, даже включая там твои бессознательные мотивации, мысли и так далее. Но поскольку мы в большей степени предприниматели, давай сразу поговорим о бизнесе, да, и, соответственно, о твоей нише. Вот твоя ниша, я, допустим, открываю раздел призвания, да, и здесь смотри сразу, чувство направления. То есть, соответственно, и здесь конкретно описывается, чем тебе заниматься, как ты можешь проявить этот свой талант. И описывается темная сторона и светлая сторона. То есть темная сторона – это причина того, почему, допустим, у тебя в бизнесе будет провал, вот. А светлая сторона – это то, что, наоборот, ведет тебя к успеху. То есть получается, дальше у тебя, смотри, способ конкретно здесь подсказывается реализации твоего бизнеса. У тебя здесь через производство уникальности. Смотри, в бизнесе есть разные роли. Всегда начинается с человека, который создает что-то оригинальное. Что-то в каком-то своем стиле. Потом, разумеется, нам нужны люди, которые будут это все хорошо упаковывать. Вот, крутые маркетологи. Вот ты во всем этом занимаешь роль именно человека, который создает изначальный продукт. Опять же, в каком конкретном секторе, какой должен быть этот продукт? Этот продукт, который людям дает вектор направления, куда им развиваться, то есть какие направления им открывать, вот, куда им пойти, чтобы получить все необходимые ресурсы, чтобы эта тема она была процветающей. То есть зачем еще люди бизнес направляют? То есть у тебя, по сути, бизнес указывает людям направление для этого бизнеса. Как интересно. Интересно, потому что я этим занимаюсь. Ну да. Потом, допустим, смотри, как ты этим занимаешься. То есть здесь дело в том, что здесь максимально детально. То есть ответы на все вопросы. Допустим, через что ты будешь этим заниматься? У тебя раздел «Дело жизни». «Дело жизни» – это, можно сказать, что в большей степени это ты. Это даже больше, чем бизнес. Да, это некая твоя такая миссия. И у тебя здесь, смотри, есть талант рассказчика, он так и называется, рассказчик, да? То есть стремление открывать для себя новое, накапливать опыт, изучать различные течения, учения, там, философии, традиции, религии, затем рассказывать истории, основанные на интерпретации твоего личного опыта. То есть ты сама берешь, исследуешь, проверяешь, и ты, допустим, сама становишься как неким таким оратором, диктором и так далее. Потому что, ну, способов реализации бизнеса же много. Кто-то же не выходит на публику, не ведет блоги, ну, допустим, сидит там с компом, погружается или там пишет книги, то у тебя здесь конкретно сказано, что ты оратор, ты именно конкретно через рассказы начинаешь это все дело воплощать. Мне прям страшно, он как будто бы прочитал мой тайный личный дневник. Слушай, да абсолютно все, я могу даже там любые там загоны в отношениях сказать, все там врожденные там травмы, страхи и так далее, то есть вообще... Так, ну, расскажи что-нибудь еще. Да, смотри, здесь, допустим, еще какой момент есть. Я, допустим, могу также подсказывать точки роста для бизнеса или могу, допустим, подсказывать тему там личных отношений для того, чтобы не было конфликтов, то есть, ну, какой тебе раздел интересен? Могу вообще абсолютно все любить. Даже духовность могу персональную рассказать, через что она идет. Расскажи мне и про духовность интересно, и про точки развития для бизнеса интересно. Хорошо. Ну, давай начнем с духовности. Сразу поясню, что такое духовность. То есть духовность – это не про религии, это не про поклонение. Это про конкретные твои качества, вот именно твои, тебе подходящие, через которых ты обретаешь эту духовную силу, энергию. Ну, то есть, ну, каждый человек на примитивном уровне чувствует энергию. То есть элементарно, либо это упадок, либо это подъем. То есть мы все понимаем, что это есть, да, вот как некий такой ток. И, соответственно, смотри, твои темы духовности, значит, первая тема – это любовь к себе. Что такое любовь к себе? Это когда ты перестаешь пытаться там понять, кто ты есть, искать себя
в различных так практиках, течениях, учениях, потому что все это концепция. Когда ты отпускаешь все эти попытки и просто начинаешь вести себя так, как ты на самом деле хочешь, отстаивая все свои принципы и ни под кого не прогибаясь. Вот это и есть в твоем случае истинная духовность, потому что к чему она ведет? Она ведет к истинной любви, потому что многие люди себя не любят, многие люди играют в жертв, постоянно кто-то что-то должен, кто-то виноват, или я вот для тебя что-то сделал, ты для меня не сделал, все там виноват, виноваты и так далее. Вот твоя тема в духовности – это вернуть людям любовь к самим себе, чтобы они просто сами жили, как они хотят, следовали своим принципам, делали, что им хочется, вели себя так, как они хотят, а не так, как требует общество. Это и есть любовь к себе. Это первая тема. Вторая тема твоей духовности, она заключается в идеологиях, в веровании. Значит, смотри, здесь у тебя есть идеи, то есть твой ум работает так, что постоянно тебе приходят разные идеи. И если ты, допустим, идеи какие-то начинаются на фоне страхов формироваться, они становятся искаженными, как бы, и ложными идеями от какой-то там нехватки и так далее. Но если это идеи, как бы, чистые твои, ты не изменяешь, вот, они у тебя идут из чувства радости, то эти идеи затем становятся целой идеологией и верованиями, а ты становишься гуру, учителем, который, собственно, транслирует эти идеи и идеологии людям. У меня такое ощущение, что эта программа анализировала мой Инстаграм, все мои тексты, исходя из этого. Да, но смотри, это еще не все. Мы же здесь очень ультраточно все детализируем до каждого шага. То есть здесь еще и говорится, как именно тебе дальше этот талант проявить, через какое конкретное проявление. И здесь, допустим, смотри, у тебя здесь есть тема честность и практичность. То есть, допустим, темная сторона – это то, что блокирует твою духовную энергию. Кстати, здесь скрыта причина, почему люди потребляют алкоголь или наркотики. Вот темная сторона духовности, она всегда ведет к искажениям, к заблуждениям, к алкоголизму, наркомании и так далее. Здесь же такая фраза «счастливые не потребляют». То есть, если ты правильно реализуешь свой талант, то ты будешь счастливый, тебе не захочется ничего употреблять. Но если ты оступишься, тогда вот начнутся все эти искажения, страдания и глушение этой внутренней боли. Значит, темная сторона, смотри, это высокомерие по отношению к окружающим, когда ты думаешь о том, что ты типа знаешь больше, чем о них, а что они тут говорят, я это все знаю, я это все понимаю, там, и так далее. И это на самом деле отталкивает окружающих, они из-за этого могут не хотеть иметь с тобой дело, либо ты можешь начать транслировать таланты, которыми ты на самом деле не обладаешь, люди начинают от тебя ожидать чего-то, в итоге их ожидания не оправдываются, и ты разочаровываешься. Но каково светлое проявление здесь может быть? Когда ты используешь свою силу, становясь тотально честным, когда ты отражаешь обществу только те способностями, которые на самом деле обладаешь, в которых ты на самом деле компетентна, и когда то, что ты даешь, оно на самом деле людям помогает. Вот это важно. Поэтому все твои идеи, вся твоя идеология, она должна быть в эту сторону. И также второй момент. Важно, чтобы ты общалась с людьми на равных. То есть, чтобы не возносило себя выше, тогда люди будут воспринимать тебя очень классно, тогда имидж, репутация будет расти. То есть, смотри, у тебя на самом деле потенциал, он раскрывается с течением времени. Вот, допустим, первые там несколько десятков лет твоей жизни, ну, примерно там лет до 28, вот, это просто очень большой опыт разного, когда ты пытаешься себя в разных делах искать. И этот опыт был необходим для того, чтобы ты начала разбираться в разных темах. И, соответственно, это помогает тебе понять, какая тема эффективна, какая неэффективна. Вот какая фигня, а какая более-менее надежна. И это позволяет тебе хорошо оценить компетенцию других людей. Ты не глубоко знаешь, но ты знаешь достаточно для того, чтобы это оценить. И потом все вот эти темы, которые классные, которые практичные, которые эффективные, ты можешь этой мудростью делиться людям. И потом ты просто становишься таким мудрецом, таким учителем, который конкретно меняет людям мышление через твой полученный опыт, через рассказы, через метафоры или даже можно там через сказки это делать. Какой путь ты выберешь? Усилить это все можно, если ты добавишь в свою жизнь подходящие практики. Мы тоже это разбираем. Почему? Потому что если не будет здоровья, то не будет успеха. То есть если у человека, там, допустим, он даже классную тему может двигать, классный контент, но если он нездоровый, то его энергетика, она транслируется. Мы же чувствуем состояние других людей. Даже человек рта не раскрывает, мы чувствуем комфортно, некомфортно с человеком. И для того, чтобы усилить свою энергетику и усилить, собственно, свой бренд, а у тебя, соответственно, бренд такого учителя, миссионера, да, такой мессии, такой взгляд в будущее, там немножко футуристичность,
Вот, тебе необходимо внедрить динамические практики в свою жизнь. То есть, допустим, это там плавание, это ходьба, гулять, это, допустим, там пробежки, если тебе нравится. Если это была бы йога, то это была бы, допустим, какая-нибудь там кундалини-йога очень динамичная. И вместе с тем важно, чтобы твой лайфстайл, он тоже был динамичный. То есть, постоянно путешествия, перемещения, разные люди, разные встречи, разные события. Потому что иначе у тебя начинается застой. Потом, допустим, я смотрю, у тебя есть очень хороший потенциал именно стартапера, то есть способность стартовать проекты, но нету способности их продолжать и доводить до максимального потенциала, поэтому, скорее всего, ты можешь очень много всего начать, но в какой-то момент тебе перестает это быть интересным. И здесь просто не нужно себя за это корить, потому что некоторые люди, когда этого не знают, начинают заморачиваться, типа, почему я не могу там, ну, до максимума там довести что-то. Если ты хороша в начинаниях, а ты хороша в начинаниях, тебе необходимы те, кто, соответственно, смогут твое дело продолжить, довести до максимального потенциала. Но я глянул твоего мужа Сергея, тебе повезло, потому что он как раз вот об этом. И он может все продолжать, да, и доводить до максимального потенциала. Нет, очень интересно слушать, особенно, конечно, ну, изначально приходит вера в то, что это правда, потому что ты себя узнаешь, а, конечно, самое интересное это то, что с этим делать. Вот ты сейчас сказал просто в течение, да, наших 10 минут разговора по поводу моего перемещения, и я действительно поняла, что я испытываю, например, даже если брать просто мой рабочий день, я испытываю гораздо больше кайфа, удовольствия и сил именно тогда, когда у меня движниковый день, 304 встречи. Давай, может быть, тему смысла жизни раскроем, наверняка давай. Тоже важно. Конечно. Многие люди задумываются, зачем они здесь. Да. Смотри, смысл жизни, то есть зачем ты здесь, в чем именно, что такое вообще смысл жизни? Это твое мышление, это твое мировоззрение, это твоя философия, это то, чем ты на самом деле мотивируешься в отношении к другим людям. И здесь у тебя тема истинных ценностей, что такое истинные ценности? Это, соответственно, распознать все те ценности, которые ведут к более длительной, к более продолжительной, к более успешной жизни и искоренить как раз весь тот эгоизм, который этому мешает. И темная сторона здесь, она может быть в том, что если, допустим, ты начинаешь там строить иерархии, ты начинаешь над кем-то главенствовать, есть там подчиненные, они там работают за зарплату, ты собираешь там все сливки. Либо наоборот, ты сама вступаешь в такие соглашения, в такие партнерства, где ты делаешь большую часть работы, а кто-то выше забирает, и тебе там остается мало, но ты под грузом ответственности позволяешь людям на тебе паразитировать. Но тема, в которой раскрывается твой реальный смысл, это создание таких социальных моделей и компаний с такой горизонтальной моделью управления, знаешь, сейчас вот то, что называют бирюзовыми организациями. Вот, там, где люди на равных, там, где все на тотальной правде, на честности. Просто полное такое равновесие, которое просто приводит команду как единый организм их делают. Слышала про бирюзовые организации? Нет, не слышала. Но получается, как партнерские проекты, нет? Да, там, где люди равноправные. Ну, о вашем проекте мы можем говорить так? Равноценные, конечно. Давайте тогда... Если ты не будешь пытаться нас использовать... А нет, я не буду... Я пока не знаю, я не буду брать. Итак, сейчас я хочу показать вам, как именно это будет работать. И, кстати, сразу же скажу, что в следующем сезоне сейчас в нашем бизнес-шоу все участники абсолютно будут... проходить и получать вот ту карту, которую вы сейчас увидите. И мало того, я хочу попросить ребяту, хочу попросить Пашу, чтобы он выступал в качестве наставника с точки зрения предназначения и помогал расшифровывать эти карты и выявлять те самые сильные стороны, которые есть у наших участников для максимального комфортного проявления их в бизнесе. Но давайте я покажу вам, как это работает, потому что это интересно. Вот так выглядит сайт, где вы можете все посмотреть, изучить, что это за сервис, да, вот мы можем почитать все. И дальше вы можете попасть в свой личный кабинет. Для этого необходимо зарегистрироваться, я уже зарегистрирована, и, собственно, попадаю на свою страничку. Значит, здесь есть у нас профили, и для того, чтобы добавить, например, новый профиль, вам необходимо ввести свой пол, год рождения, месяц, дату и точное время. Максимально, чем точнее будет ваше время, тем будет как бы более удачный результат. В общем-то, я уже все это сделала. И вот хочу показать вам без имени. Это я. Итак,
Значит, вот таким образом выглядит вся эта раскладочка. Вот видите, подсознательное, осознанное, неосознанное, все, что есть. Вот прописаны все абсолютно штуки, которые меня касаются. Все это раскладывается. Ну, например, подсознательное самовыражение. Рассказано о сфере, затем рассказана темная сторона, то есть чем, что будет, если я не буду это как бы, ну, это может развиваться, да, в эту сторону, и как бы светлая сторона, каким образом я могу использовать этот талант, и затем способ, как это сделать. То есть все очень подробно описано абсолютно по каждому пункту. Также написано, например, истинное, вот изначально написано, например, что мне благоприятна монодиета. То есть для меня наиболее классным питанием, ресурсным является, когда я ем один продукт. Ну так вот, интересно, за один прием пищи, да, то есть слоями накладывать. Вот есть мотивация, например, моя истинная мотивация должна быть, это стремление к совершенству не ради себя, а ради всех, реализация мечтаний о чем-то выходящем за границы текущего. Ну, в общем, истинная мотивация и ложная, видите, желание лидировать или следовать. То есть, если моя мотивация такая, то она ложная, она меня ни к чему не приведет. Попытка реализовать возникающие в вашем уме желания чего-то добиться, кем-то стать. На самом деле, видите, идеально для меня это полная беспристрастность мудреца, наблюдающего за естественным течением жизни. Жизнь сама дает вам все, что нужно. Ну, мне, кстати, нравится эта история. Иногда полезно расслабиться. Таким образом, вы можете прочитать о себе вот подробненько, абсолютно все. И я могу сказать, что это не просто прочитать. Это нужно вот каждый раз, когда я читаю, это нужно осмыслить и получить такое вкусовое понимание того, что происходит. Ну, также у меня здесь вбиты, например, Сергей, Алиса. Вот. То есть у меня 10 профилей, я могу сюда забить и, в общем-то, посмотреть вот карты всех этих людей. Достаточно интересно изучать и, самое главное, понимать, что с этим делать. Я использую этот сервис сейчас, по сути, как книгу о себе. И это очень важно понимать, что вы можете себя изучать таким образом, шаг за шагом делать это постепенно. Это очень увлекательно. Это шикарный подарок. Если вы не знаете, что подарить человеку, то можно подарить ему пользование этим сервисом, и это будет очень мега классно. Я еще раз повторяю вам, что это действительно первый сервис, где я удивлена и шокирована тем, что я здесь читаю. Здесь действительно есть открытия, и здесь действительно есть ответы на вопросы, но их необходимо понять и прочувствовать. Поэтому переходите обязательно по ссылочке, которая находится внизу, регистрируйтесь, пробуйте и получайте удовольствие. По сути, вы сейчас имеете возможность пойти от обратного, потому что мы зачастую делаем какие-то действия и все время говорим «несчастлив, несчастлив, да. несчастлив, несчастлив». А можно начать с того, чтобы изначально понять, что делает счастливым. Вот вы часто тоже меня спрашиваете, почему продала этот бизнес, почему закрыла этот бизнес, почему сейчас объявила о закрытии уже официальном своего агентства, потому что я во всем этом чувствую себя несчастной. Я понимаю, что есть те вещи, где мне гораздо кайфовее, где гораздо лучше. Мы начали разговор за кадром с Пашей, где я тоже ему сказала о том, что в те моменты, когда я была наиболее финансово благополучна, я была наиболее несчастна, потому что я достигла какой-то точки, и мое тело, и абсолютно все стало отвергать это, и я поняла, что мне нужно найти, как бы не смешно для кого-то это звучало, я понимаю, что когда человек голодный, ему нужна булка, ну, у него не стоит вопрос, да, ему надо выжить. Но поверьте, если у вас даже сейчас нету булки, у вас есть прекрасная возможность заработать на эту булку, уже идя через удовольствие, а не приходя к этому спустя много лет. Это очень классная штука. А позволь вопрос один, да. Очень важный, он, возможно, для тебя особенно. А вначале, когда ты эти бизнесы делала, часть из них приносила тебе удовольствие? Мне приносило удовольствие не бизнесы, а те навыки, которые я использовала. Я всегда шла через именно те сильные навыки, которые я в себе считала. То есть я всегда любила публичность, я всегда любила выступления, я всегда любила
делать какие-то классные системы, я всегда любила заводить людей, я всегда любила людей просвещать, что не нужно быть несчастным человеком и сидеть и ждать, что кто-то что-то тебе принесет, ты в состоянии изменить свою жизнь. Но, безусловно, я шла через это как умела, как могла, знаешь, но в каждый момент времени я чувствовала себя счастливой, но в тот момент, когда я достигала именно результата, которым я думала, что вот, вау, там, знаешь, долгое время у меня висело на карте желаний, там, Мальдивы, да, то есть мне казалось, что, ну, все, это как бы ЭГГ или там машина новая, но когда я садилась в эту машину, я чувствовала этот эффект счастья, да, то, что я это сделала, а дальше это становилось нормой моей жизни, я понимала, что как-то мои тревоги никуда не делись, да, мое какое-то состояние, ведь нас очень часто сейчас общество, да, оно говорит, молодец, там тебе плещет, тебя сидят, смотрит кто-то, а я не могу оценивать свою жизнь, потому как оценивает меня общество, вне зависимости от того, нравлюсь я им или нет, у меня есть собственное понимание этого, и для меня это крайне важно, поэтому я, ну, я думаю, что эта встреча наша точно не случайна, то, что мы именно здесь оказались, что мы встретились там не с кем-то с другим, вот, это очень круто. Я хочу, вы мне интересны очень еще как бизнес-кейс, вот, потому что сейчас вот вы просто видите, что там какие-то мальчики сидят, что-то говорят, вот, на самом деле не просто мальчики, не просто сидят и не просто говорят, вы создали год назад, да, вот, все пришло к продукту, к тому, который можно теперь продавать. Вот я хочу, чтобы ты рассказал мне о вашей команде, потому что вы очень нетипичная команда, вы нетипично работаете, нетипично продвигаете этот сервис. Давай, все, что связано теперь по бизнесу. Ну, смотри, то есть мы на рынок вот так вот заявились и вышли 2 февраля, то есть чуть меньше года назад. Стратегия, которая, ну, то есть, одним словом о себе, то есть я, в принципе, через сервис понял, что моя сильная сторона в части бизнеса – это вовлекать людей в то, чем я занимаюсь, рождая желание в этом тоже как-то участвовать, в каких-то ролях. То есть кто-то в виде клиента, кто-то в виде партнера, кто-то в виде, ну, там, то есть в разных ролях, которые человеку интересны. И я понял, что моя задача как бы просто транслировать это на максимально большое количество аудитории. И мы просто за полгода выступили сначала на бизнес-молодости, потом Synergy Insight форум, да, там один из крупнейших бизнес-форумов России. Потом мы выступили вот на Accel, на онлайн-акселераторе в мае в Крыму. Ну и было очень большое количество еще различного рода коллабораций с блогерами, с бизнес-клубами и так далее. И о нас просто за короткое время много людей узнало. Мне нужно было протестировать, скажем, вот этот вот, ну, работу этого на большей массе людей. Когда я увидел, что там несколько тысяч человек и как бы и все довольны, все, у всех примерно такие же, ну, там, удивленные возгласы, как у тебя, типа, вы что там, откуда вы знаете это, об этом даже моя жена не знает. Вот, я понял, что это интересная история и начали делать на, ну, то есть столкнулись с тем, что человек читает, мы же 30 лет жили, знаешь, как бы по-другому, ну, условно, кто-то 40, кто-то 20, да, и ты не можешь так вот за день поменять все привычки. И мы сделали программу марафона 30-дневного, в котором как бы человек практически начинает проживать все это. То есть вот он почитал там такое-то питание, он начинает питаться, то есть у него есть там, знаешь, домашние задания и так далее. И мы очень много людей вот переключили, то есть там в Инстаграме по хэштегу «Эвомарафон» больше 1000 живых отзывов людей, которые как бы, чья жизнь изменилась благодаря этому продукту. Вот. И потом уже, когда мы, это все вот в виде такого, знаешь, творческого эксперимента происходило, то есть как бы шли с фонариком. Вы между собой как были знакомы, как это вообще? Вот? А мы знакомы с Пашей лет 10 уже, просто мы, ну как бы я до этого занимался одним другим бизнесом, он такой традиционный больше, вот, это была тоже такая, знаешь, крупная компания в сфере заготовки дикорастущих продуктов питания, экспорт. Ну, я просто тоже в какой-то момент времени понял, что я это делаю только ради денег. То есть, по большому счету, мне интересно там, мне всегда было интересно выступать. Я там 7 лет ходил в танцевальную школу, мы изъездили всю Россию, и это меня вот как бы драйвило. Я потом это начал анализировать. То есть, мне очень нравились моменты, когда я там защищал какую-нибудь курсовую работу. То есть, я видел, что когда я вот это делаю, происходит какой-то бабах во вселенной, какой-то вообще системный глюк, что все просто в восторге.
Вот. Потом я начал заниматься музыкой, начал петь, и это еще, ну, как бы, я, то есть я записал там альбом, выпустил первый клип, и он стал там, его на канале признали там лучшим, и крутили по СНГ месяц. То есть вообще первый творческий какой-то опыт. И вот оно, понимаешь, когда оно твое, оно легко вот идет в том, что действительно, в том, в чем ты действительно уникален. Из примеров, которые, как бы, ну... Такие, что ли, нам на слуху, мы вот не смотрели Максима Фадеева, но у меня есть впечатление, что вот прям вот продюсер, потому что он же ведь начал как музыкант, вот, но именно когда он вот переключился на роль продюсирования, да, он вот все почему-то решили, что он один из самых крутых продюсеров, да, вот сейчас у нас да, в России. Да. Или вот Дима Портнягин, допустим, да, вот у него шестая, ну, вот этот вот инвестор продюсирования, он, если посмотреть на то, что он делает, то есть он все время как бы рассказывает про других. Понимаешь? То есть он даже в своем бизнесе, у него партнеры, как бы вот этот, вот это, там Леша, там вот это Ваня, вот это Петя, вот они там занимаются, вот они какие мол... То есть он все время как бы и про компании, которые приходят в его влог, он как бы рассказывает про них с хорошей точки зрения, как бы их продвигая. Я просто знаю Диму до как бы трансформатора, когда он был спикером просто, и вот когда он только я. Ну как бы вот не было какого-то большого результата. Большой результат начался, когда он начал говорить про других, продвигать других, быть как бы... Ну, таким, знаешь, как будто такая роль тренера за полем, когда твоя футбольная команда выиграет чемпионат мира. Все как бы понимают, что вроде как он сам, знаешь, не пинает этот мяч, но очень большой вклад делает этот человек. Поэтому вот, когда деление идет по вот этим вот основным ролям, и у каждого человека есть возможность сделать только то, что он любит, потому что вот эта вот компетенция, это то, ну, там, я могу бесконечно там презентовать, бесконечно производить вебинары, да, вести и вещать из потока, потому что чем больше я это делаю, тем больше меня это заряжает. Паше нравится создавать продукты, другому человеку нравится создавать системы. То есть вы подобрали себе команду по своим таким ключевым компетенциям, которые у вас есть. А вы все партнеры. Да. То есть все долевые партнеры, все равные доли. У вас нету наемных сотрудников? Нет. Это никакое не волшебство. Нам просто нужно, ну, понимать, что мы должны делать, начать это делать и все. И вот на базе вот этого практического применения, ну, в нашей работе, то есть и эффективности, которую мы увидели за этот год, мы сначала сделали курс, он у нас назывался «Эволюция бизнеса». И у нас в кейсе был человек, который... франчайзи Высоцкого консалтинга, Саш Александр Змановский. Он сделал, внедрил это в одной из своих компаний и получил рост по обороту 75% за год. И тимбилдинг очень большой, потому что люди, ну, у людей появился некий общий фундамент, общая такая... А как это работает в компании? Ну смотри, то есть на самом деле в большинстве компаний люди расставлены неправильно. То есть, как бы они стоят на тех ролях, которых, в которых либо их руководство поставило, а руководство поставило, исходя из собственной призмы. Человек думает, что вот этому человеку подойдет лучше вот это. Он же его не спрашивал, что ему, что он сам. Ну, или, знаешь, даже если бы спросил, не все понимают, что они Конечно. Действительно хотят. Система дает четкое понимание. Вот этот человек, он будет максимально эффективен вот на там, позиции продажника. А вот у этого человека, у него есть внутренний талант контролировать качество продукта. Поэтому его логично ставить на начальника производства. То есть каждый человек проходит через этот тест, да? правильно? Да. И уже исходя из этого, там, HR или кто-то другой это, может... Мы на базе вот в этой программы и вот этого кейса, и вот этого результата, прироста почти вдвое, да, сделали недавно, вот буквально на прошлой неделе закончили работу, сервис прямо, он так и называется, эволюция HR-бизнес, то есть там два режима в бизнесе, ты можешь формировать команду, то есть ты закидываешь прям людей, вводишь дату, время, место, и выбирая человека, ты прям видишь его бизнес-компетенции. И ты, допустим, жмешь «добавить его», и в эту команду добавляешь следующего. Он его еще дополняет. И ты таким образом можешь, ну, как бы подбирать, миксовать команды. Задача, чтобы вот все 12 бизнес-талантов были закрыты. Как это у Фейсбука, как это у Beatles. То есть на самом деле секрет вот этих вот команд, таких вот взлетных, да, необъяснимо больших, он не в том, что люди там...
много работали, ну, не только в этом, да, потому что помимо Facebook в то же самое время было там десятки компаний, там MySpace, которые тоже разрабатывали социальные сети, но они не взлетели. То есть смотри, например, моя главная все-таки команда, мой партнер, это мой муж. То есть да. Мы вбиваем и смотрим наши с ним компетенции, смотрим, что у нас не закрыто, правильно? Это ты так думаешь, потому что у тебя же еще есть дети. А дети это как бы это люди, которые. Смотри, мы каждый как человек излучаем определенный набор энергии. Да. То есть вот эти твои бизнес-таланты это просто наборы энергии, которые есть у тебя. Угу. Какой-то набор энергии есть у твоего мужа, какие-то наборы энергии есть у твоих детей, и у каких, допустим, если ты с кем-то еще работаешь, с людьми, с которыми ты находишься, то плюс-минус в одном пространстве. Всю команду, все, кто у меня сотрудничает, mm-hmm. все, кто у меня работает, сотрудники, правильно? Я всех туда вбиваю, и дальше смотрю, если у нас есть какие-то пробелы, да. То есть, соответственно, ты находишь, нужно понимать... Тебе нужно найти просто человека с этой компетенцией, и все. То есть, мне рассказывали про кейс того, что люди, когда вот узнали про это, начали... Еще до того, как мы сделали программу, просто мы уже несли вот эту информацию, что есть именно бизнес-таланты, то есть бизнес-компетенции, которые ну, логично, вот если ты там, не знаю, собираешься с человеком пробежать марафон, да, логично же взять того, кто реально, у кого развита эта история. То есть, соответственно, мы увидели, взяли эти бизнес-таланты, и у человека, у него просто, он сделал разбор, у него уборщица 14-й талант. Это талант привлекать ресурсы, капиталы и так далее. То есть сама энергия есть, но компетенция не развита. Mm-hmm. Понимаешь, то есть человек, как бы, он вот не зная, не имея открытого ключика, ну, не понимая, как открыть эту дверь, он его и не реализовал, но сама энергия есть. И, соответственно, когда человек находится с этой энергией, как бы эта энергия, она доступна, она появляется и у остальных людей. Слушай, прикол. И, это... в общем, они начали ей платить за то, чтобы она с утра до вечера просто тусовалась в офисе. Понимаешь? Вот такая история. Но лучше, если компетенции все-таки развиты. Ну, конечно. Если есть и энергия, и компетенция, то человек будет... Слушайте, я обещаю, что я буду тестить вот сама, и даже периодически буду делать... Ну, мне очень интересно. То есть мне действительно интересно, и посмотреть, как на это работает. Нам Полонский, знаешь, что вчера сказал? Мы такие сидим, мы говорим, мы придумали штуку, благодаря которой можно собрать команду, которая гарантированно полетит. Он так вот психанул, встал. Нет, это невозможно! Потом такой, знаешь, остановился. Но если вам действительно это удастся, вы будете стоить триллиард. И ушел. И поворачивается, говорит, ну если что, скажете, что типа Полонский вот когда-то не вложился, вы ему предлагали, у вас будет красивая история. На самом деле, вот хотелось бы просто для твоих подписчиков тоже сделать какой-нибудь еще один подарок. И мы для вот этого HR-сервиса дадим возможность 3 человек посмотреть бесплатно. То есть вы можете забить себя, там какое-то ближнее окружение, команду. Вообще команда это там от 3 до 5 человек в нашем понимании. Ну вот хотя бы себя и ближнее окружение можно будет посмотреть. Ну и, кстати, вот давай посмотрим, чтобы интересно было вот вас, да, mm-hmm. тебя с мужем. То есть какие компетенции есть у тебя в бизнесе, на чем тебе продуктивнее всего фокусироваться, а все остальное пусть занимаются другие люди. Давай. Да. Ну, во-первых, смотри, я краткую вводную вообще расскажу, кто нужен, кто необходим. И сразу могу сказать, что большие корпорации тоже можно собирать, но начинаем мы всегда с ядра, вот самого главного, и сейчас здесь речь идет о конкретном ядре. То есть, значит, смотри, вот, допустим, на твоем примере, вот, когда мы, допустим, тебя выбираем, угу. он подсвечивает необходимые таланты, которые, ну, просто являются базовыми, основными для бизнеса. И у тебя, как я тебе говорил, уже есть второй талант, который дает чувство направления, на котором ты, собственно, и строишь, да, свой бизнес. У тебя есть потенциал составлять четкий детализированный план, ты можешь в этом развить свою компетенцию для того, чтобы видеть шаги, что дальше, что за угу. этим. У тебя есть потенциал очень хорошо координировать команду, приносить вот это чувство такого единства, чтобы команда была сплоченной. Вот. Допустим, если мы добавим Сергея, то увидим, что у Сергея есть таланты как раз участвовать в разработке, в создании продукта, привносить туда оригинальность, такую изюминку, вот, что никто не делает. Есть хорошая способность вести статистику, все показатели, метрики для того, чтобы было чего отталкиваться. Я смеюсь, потому что это то, что я ненавижу делать. Он мне каждый раз говорит, вот если бы ты знал, сколько я делаю, то ты бы вот не говорила, что я ничем не занят. Итак,
так, после того, когда я начала знакомиться с сервисом ближе, после наших съемок, я, естественно, решила повыводить таланты и нашей команды, да, забить всю нашу команду в сервис и забить наших детей, потому что у нас с Сергеем, по-моему, всего совместных 5 талантов или 6, в общем, нам еще много не хватает. И посмотрите, какую интересную вещь я увидела. Итак, я стала вот в команду добавлять свою семью. То есть мои таланты добавились, моей дочери Евы. Затем я добавила Сергея таланты, видите, вот они засветились, 4. И я добавила дочери своей Алисы. Кстати, мега талантливая девочка, у меня 5 талантов. Вот они, я их сюда добавила. И когда мы перешли на команду, мы увидели, что у нас в нашей семье закрыты все таланты. То есть это говорит о том, что у вас закрыты все 12 энергетических зон. У вас идеальная команда. Так моя семья оказалась моей идеальной командой, и теперь мне стало понятно, почему, когда я нахожусь с детьми и с Сергеем, у меня наибольшее количество крутых идей. Теперь давайте посмотрим на то, когда я забила команду, которая есть у меня в офисе. И у меня оказалась одна незакрытая компетенция в команде. Группа начнет эффективно функционировать, когда замкнется энергетический контур, когда ДНК заполнится полностью. Итак, у нас нет отсутствия преданности делу. Неготовность вкладываться в дело больше, чем было оговорено в договоре или должностных инструкциях. Для меня, честно говоря, это шок. Поэтому я ищу человека с 29-й компетенцией. Вот. Но на самом деле в этом что-то есть. И я следующего человека, которого буду брать, буду проверять. Обещаю. Но давай все-таки разберемся с моими подписчиками, да. Потому что у нас есть, вот однозначно, когда вы говорите про HR, я сразу же вспоминаю классные компании, с которыми мы работали, которые нас смотрят, и такие большие, как Fiori, Foodex и так далее, где у вас есть большие команды, но наверняка могли бы работать гораздо эффективнее и круче, если бы у вас все работало вот правильно. Не такая сумма денег большая для того, чтобы это попробовать. Вот мне даже будет очень интересно просто получить фидбэк от тех, кого я лично знаю. Давайте что-нибудь интересное все-таки, ну, можем какое-то спецпредложение сделать, чтобы люди попробовали. Да, смотри, у нас вот сейчас и внизу под этим видео, и, наверное, ну, вот на самом видео будет указан промокод, введя который люди получат 10% скидку вообще на все продукты, и неважно, это будет на сайте Evolution Life, или это будет вот HR-приложение, да, для твоих подписчиков мы дадим возможность открыть 3 сферы бесплатной эволюции, и 3 людей, 3 профиля можно в HR забить, то есть можно забить там себя, какого-то своего партнера, еще кого-то, да, то есть вот 3 человека, вообще мы не будем, ну, то есть это вообще бесплатно. Если у вас там команда больше, уже каждый там профиль уже можно будет докупить систему, но там, ну, как бы я тебе показывал цены, то есть это, мне кажется, ценность, которая возможна, то есть это сэкономленные годы, не упущенная выгода благодаря действиям человека, который стоит не на своем месте. То есть мы-то почему потом, понимаешь, в бизнесе ругаемся, ничего, почему ты, я тебе сказал, а ты не сделал, да он не создан для того, чтобы это делать. То есть мы берем, понимаешь, человека, я который... Я тебя понимаю прекрасно, и я хочу вот сказать просто по этой теме, об одной из своих ошибок, которую мы очень часто допускали. Это когда классный сотрудник что-то делает, и ты вдруг решаешь его повысить. И ты переключаешь его на другую компетенцию. И вот он был очень классным, например, админом, вообще шикарным. И ты думаешь, сделаю его продажником, чтобы он получал процент. А у него этого нет. И он гибнет, и он уходит от тебя, потому что он тут же, он не находит себе смелости сказать, что я там не хочу этим заниматься. У него тут же бабушка там умирает, да, там крылья вырастает. Ну, 154 причины есть, почему он уходит. И это ошибка, которую мы очень часто допускаем в компаниях. Поэтому я тоже Сергею однажды сказала, что мы сами портим людей, потому что если нам повезло, а в данном случае мы говорили о везении, найти, да, что человек на своем месте, то нужно его там держать. А если мы можем ему в этом помочь и помочь людям, которые к нам приходят, классные, которые нам нравятся, адекватные, да, найти, где они в нашей компании могут раскрываться, то я думаю, что это будут очень долгие, классные, плодотворные союзы. Не получится у компании будущего строить уже бизнес на иерархических системах, когда ты стоишь с кнутом, давай делай. То есть, как бы, мы все равно перейдем на вот
человек с человеком. И если у тебя получится, вот как бы как у руководителя, как у собственника бизнеса, да, создать систему, в которой люди кайфуют от работы, и это позволяет им жить так, как они хотели бы жить, это будет, ну, как бы самое сильное ядро компании. То есть ты никакая, не знаешь, ни мотивация, ни KPI, ничего. То есть люди просто сами будут каждый день там и перерабатывать, и гореть идеей, потому что это то, что для них вот самое ценное. Слушай, очень круто. Я думаю, что мы не будем никого уговаривать делать это, потому что очевидно, что человек думающий, ну, сам понимает, насколько это интересно и круто. Как человек, который, в общем-то, отвечает, да, и, в общем-то, занимался продвижением продукта через связи, через отношения, я хочу задать тебе этот вопрос. Каким образом устанавливать эти связи? Потому что сегодня момент нетворкинга крайне важен, да? Каким образом, если есть хороший продукт у людей, да, или неважно, они что-то хотят продвинуть, каким образом сегодня лучше коммуницировать с сообществами, как вообще вот, с кем это необходимо делать, и как это делать так, чтобы это было интересно обеим сторонам, и чтобы человек при этом не умирал там от ужаса, потому что мы все привыкли к чему? Хочешь где-то продвинуться, плати деньги, да, и как бы все. Дай несколько советов, раз уж ты, это твое жизненное. Смотри, на самом деле здесь нужно просто сместить фокус с того, что нужно тебе, потому что, типа, вот у меня есть продукт, мне нужно заработать бабла, так, куда бы мне его запихать, чтобы вот у меня получилось, на то, что нужно человеку, с которым ты коллаборируешься. То есть ты понимаешь и задаешь вопрос изначально, ну, как бы, или пытаешься понять, если у тебя нет возможности задать вопрос, если незнакомый человек. Вот что точно для него является его болью, да? Вот что он хочет в своей жизни, как бы хочет, но не может изменить, или не хватает времени. И ты приходишь и предлагаешь ему решение того, что он хочет решить уже долгое время. То есть, допустим, если это говорить с точки зрения вот наших кейсов там, в управлении, или там вот у нас есть кейс, мы взаимодействуем с партнером в аспекте личного бренда. Боль была какая? То есть мы пришли и сказали, какая у тебя боль? Она говорит, люди приходят, и они не понимают, кто они. Да? То есть им нужно понять, вот они не могут, они еще не сформировали понимание, ну вот про что они. Мы говорим, так смотри, у нас вот есть 6 архетипов личного бренда, то есть и человек, проходя это, он уже четко понимает, вот про что он. И уже когда он понимает, про что он уже начинает развивать личный бренд. Не какой-то натянутый за уши на себя, который там он увидел у других, вот надо так делать и делает, да, как робот. Естественно, это не работает. А раскрывает индивидуальность свою. И поэтому, когда вы поймете, что фокус нужен быть на клиенте всегда, потому что партнер – это тоже ваш клиент, ну, как бы, чью жизнь вы можете улучшить. Вот. Если вы улучшите его жизнь, он захочет с вами работать, вы будете для него там приятным человеком, другом, может быть, и партнером, да. И все, вот по большому счету так. Есть еще интересные штуки касательно кросс-маркетинга. Вот недавно мы наткнулись на технологию, очень крутая. То есть на самом деле, ну вот как вот действует компания Coca-Cola, да, например. Она же не строит магазины, не нанимает продавцов, чтобы продавать Coca-Cola. Она в уже существующий построенный магазин с продавцом просто ставит холодильничек. Поэтому, ну, можно как бы создавать сообщество, да, можно создавать трафик, но уже есть созданный кем-то трафик, созданный кем-то сообщество. Класс, спасибо большое. И, ну, мы могли с вами долго еще говорить, но у нас за кадром есть Макс, и он не хочет, чтобы мы говорили долго. Макс, иди сюда. Ну, иди сюда. Ну, классный такой Макс. Ну, смотрите, какой классный Макс. Макс, поехали в Киев. Поехали в Киев. Мне просто нравится Макс. И он ждал 1.5 часа, чтобы мы закончили это видео. Поэтому мы его заканчиваем. Но все самое интересное, это только начинается. У меня там постель, там ванна. Я пойду наберу ванну. Да.